Кангё, что делаешь? Ничего. Скажи, у тебя подружка есть? Нет. Тогда я не против стать твоей девушкой. Слушай, Хангё, ты когда-нибудь целовался? Нет, не целовался. Хочешь попробовать? Поцелуй меня. Как? Ты уже не встречаешься с Хангё? Он скучный какой-то. С меня хватит. Дело в том, с сегодняшнего дня я... Кирада-сан? Это ты? Хангё? В старшей школе мы были одноклассниками, а еще моя первая. Этот самый Хангё Тамоя был моим одноклассником и моим первым парнем. Вот здесь ты будешь жить. Спасибо. Я выйду ненадолго. Не запирай дверь. Пока. Это делает. У меня к тебе просьба, а точнее предложение. Скажи, ты выйдешь за меня замуж? На самом деле, я же нигде не думал. Но родители достали так, что меня уже трясет. Если ты считаешь что-то неправильно, просто скажи. Или ты не хочешь отказываться? Я чувствую себя спокойно только рядом с тобой. Через маску не считается, так что ничего страшного, правда? Возможно, мы скоро станем парой, поэтому нам нужно лучше узнать друг друга. Серьезно? Вы что, встречаетесь? Нет, ничего подобного! Она еще не сказала «да» в ответ на мое предложение. Предложение? Мы с Тома похожи. Даже встречаясь с девушками, мы никогда ни в кого не влюблялись. Да, Тома? Ты же никогда не влюблялся по-настоящему? Нет, не влюблялся. Ты выйдешь за меня замуж? Давай сделаем это. Поженимся. Ты дурочка, Тирада-сан? Да, я дура. Я, пожалуй, пойду. Всего хорошего. Прости, забыл твой дурит моды. Вчера вечером, когда Тирада-сан вернулся домой, но он после так же. И оставим мне всю запах. Скажешь, если я предложу тебе встречаться со мной? Если ты хочешь встречаться со мной, пожалуйста, соглашусь. Парень? Девушка? Разве я не говорил тебе? Ваши отношения ни к чему не приведут. На самом деле, я очень хотела, чтобы он тоже любил меня. Кстати, я ведь так и не сказал тебе прямо. Ты мне нравишься, Тирада-сан. Я действительно хочу жениться на тебе. Но я пока еще встречаюсь с Хангё. Пока. Я сказала пока. Знаешь, может быть, просто прекратим эти отношения. Да? Ладно. Тирада-сан, ты мне правда очень нравишься. Я буду заботиться о тебе. Это правда, что теперь ты встречаешься с Хасо? Да. Я не хочу, чтобы ты встречалась с ним. Но если ты говоришь, что не хочешь этого... Тирада-сан, ты сказала, что любишь меня. Да, сказала. Но я с этим покончу. Я сдалась. Я тебя разлюблю. Я правда люблю тебя.
Я поняла, что не могу продолжать эти отношения, Хосе-сан. Я очень старалась полюбить тебя, но я не могу выбрать того, кто мне нравится. Я хотел быть связанным с ним. Однако, я больше никогда его не увижу до конца жизни.